28 ноября Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета проводит молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого. Мероприятие проводится в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы». Сегодняшнее мероприятие носит название «Молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого». Оно проводится при поддержке Республики Татарстан. Это государственная программа. Мероприятие будет проходить 3 дня. Основная целевая аудитория – это школьники и студенты нашей республики. Но впервые в этом году у нас принимают участие и зарубежные студенты, школьники из Узбекистана и Казахстана. Программа фестиваля многообразна. Для гостей проводится ряд мероприятий, посвященных годам жизни Толстого в Казани, заседания студенческого литературного клуба, лекции и творческие встречи с поэтами нового времени. Участниками очной формы торжества стали студенты и школьники. Хорошая организация со стороны университета. Нам очень нравится, что подобные мероприятия проходят именно у нас, потому что мы сами, у нас профиль связан с русским языком и литературой, поэтому подобное просвещение – это очень для нас важно и нужно. Фестиваль предполагает проведение ряда конкурсных мероприятий. Конкурс переводов фрагментов произведений Льва Толстого, турнир на знание биографии и творчества писателя и многое другое. Мероприятие будет проходить до 30 ноября. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.